Заслуженный тренер России Терри Тутберидзе поздравил свою дочь Диану Дэвис с днем рождения. Девушке исполнилось 18 лет. «Любимая моя доченька, поздравляю тебя с днем рождения. Здоровья и счастья тебе. Пусть ангелы тебя оберегают. И я буду молиться за тебя. Глаза красивые пусть слез не знают, ведь у меня такая ты одна», — написал Тутберидзе на своей странице в Инстаграм. Диана занимается спортивными танцами на льду. Выступает в дуэте вместе с Глебом Смолкиным. Ранее пара тренировалась у Елены Кустыровой. С 2019 года танцоры переехали в США. На юниорском чемпионате мира спортсмены заняли 5-е место. Дэвис дружит с олимпийской чемпионкой 2018 года и бывшей одноклубницей Алиной Загитовой. Ее хобби – это фотография, просмотр сериалов, танцы и прослушивание музыки.